Добрый день, уважаемые зрители. Хочу небольшое видео снять. Оно не по настройкам, не почему-либо еще подобному, что обычно встречается у нас на канале. Я хочу анонсировать небольшой сборничек. Есть такие прекрасные сценарии бесплатные для симулятора X-Plane 10 и X-Plane 11, которые делает автор под ником TDG. Данные сценарии уже давно считаются великолепно, славятся своим великолепным качеством. Их очень большое количество пилотов скачивает. Примечательно не тем, что они очень хорошо проработаны по качеству и имеют очень маленький вес. То есть там вес сценария может колеблется от нескольких десятков килобайт, ну там может быть до 10 мегабайт. То есть автор делает их с использованием библиотек. То есть вы ставите библиотеки один раз, и далее все, что в сценариях он использует, оно берется из библиотек. Таким образом, вы ставите сценарий, экономите место на жестком диске, ну и сами сценарии, конечно, очень качественно сделаны. На данный момент таких сценариев у автора порядка 250. Их можно скачать с сайта xplane.org, но есть нюансы. Сам сайт очень медленно раздает свои файлы, то есть скачивать вы будете долго. Есть ограничения на количество скачивания файлов в день. То есть, чтобы вам 250 штук скачать, нужно будет потратить порядка недели, заходя каждый день и скачивая эти файлы. Я сделал такую сборочку, собрал все сценарии в один пакет, приложил к ним набор библиотек, которые нужно поставить. И все это общей ссылкой под видео я выложу, чтобы вы могли скачать и летать. Сценарии самые разные, выпускались на протяжении многих лет. Какие-то более старые, какие-то более новые. Но на сегодняшний день, на апрель 2017, это самая полная сборка. Также я дам ссылку на библиотеку данного автора на сайте xplane.org, чтобы вы могли докачать какие-то новые сценарии, которые выйдут уже после сегодняшнего дня. Ну вот в качестве примера я хочу вам показать норвежский аэропорт в Осло, как он реализован. Размер сценария что-то около 10 мегабайт. И это X-Plane 11. То есть вполне себе хорошо все выглядит. Прекрасно сделан аэропорт. Расположены статичные самолеты. Хорошо сделано освещение. Неплохо сделано окружение аэропорта. Разметки, освещение. И очень гармонично вписывается в ландшафт X-Plane 11. Точно так же прекрасно это все будет выглядеть в 10-м X-Plane. Отличные сценарии. Я настоятельно рекомендую их использовать. Такого сочетания качества и размера файла трудно встретить порой даже у платных сценариев. Качество вы видите сами. Великолепные сценарии. Ссылка на пакет из 252 сценариев будет под видео. Летайте на здоровье. Всего хорошего. До новых встреч.